Генеральный партнер программы «Семечки от Мартина». Всегда солнечное настроение. К идеальному черному так хочется добавить идеальное белое. Поэтому, дополняя нашу известную продукцию, мы выпустили семечки от Мартина «Белые соленые». Белые семечки от Мартина. Новый цвет и отличный вкус. Мы не создаем воду. За нас это сделала природа. Вода серебряная. Вода для жизни. Акция. Новым клиентам помпа в подарок. Телефон службы доставки 279-02-20. Здравствуйте, в эфире прогноз погоды в Приморье на понедельник, 17 февраля. В Лесозаводске и в Дальнереченске без осадков минус 18, минус 19 градусов. В Терне в Мельничном облачно, в Терне 10 морозов, в Мельничном 18 ниже 0. В Дальнегорске ясно и 15 морозов. В Ольге и в Кавалерово погода ясная, в Ольге 9 морозов, Кавалерово 15. В Чугуевке без осадков и 16 ниже 0. В Спасске дальним снег и минус 17 градусов. В Пограничном и в Камень-Рыболовье осадков не ожидается, 12-13 морозов. В Находке и в Партизанске переменная облачность, в Находке 7 градусов ниже 0, в Партизанске 13. В Артеме, Славянке и в Уссурийске облачно, от 6 до 13 мороза. Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков, ветер северный сильный. Атмосферное давление будет расти, температура воздуха 7 градусов мороза. Посмотрим, какой сегодня будет день. Поглядим, как пойдут дела. И обязательно... Непременно. Увидимся! Очки Атос Топтик. Ваш лучший выбор. Новоивановская, 3. Проспект 100 лет Владивостоку, 44А. Что скрывается под брендом «Янта»? Бескрайние поля, современное производство и технологии, труд тысяч людей и признание миллионов покупателей. Каждый день на вашем столе «Янта». «Янта» есть вкусно. Прогноз погоды в местах отдыха в Приморье на понедельник, 17 февраля. На островах Русском и Попова малооблачно, минус 8, минус 9 градусов. В пригородной зоне от Седанки до Садгорода без осадков и минус 11 градусов. На Шамаре, на Тавазе также без осадков, минус 10, минус 12 градусов. В Шкотовском районе облачно, в Кучелиново 14 мороза. В Штыково также 14 мороза, в Анисимовке минус 13. В Партизанском районе без осадков, во Владимиро-Александровском 11 со знаком минус, в Тигровом 15. В Лазовском районе осадков не ожидается, в Преображении минус 8, в Чистоводном минус 9. В Арсеньеве 18 градусов мороза и без осадков. В Кировском районе малооблачно, в Шмаковке и в Горных Ключах 16 ниже 0. Прогноз погоды в странах АТР на понедельник, 17 февраля. На севере Японии снег, в Саппоро минус 3 градуса. На юге страны без осадков, в Токио плюс 4, в Осаке плюс 7. На севере Китая без осадков, в Харбине минус 12 градусов, в Даляне плюс 1, в южных районах дождь, в Шанхае 12 тепла. На севере Корейского полуострова малооблачно, в Пхеньяне плюс 2 градуса, в Сеуле плюс 6, в Пусане плюс 10 и небольшой дождь. На Тайване без осадков, в Тайбэе 21 градус тепла. На севере Вьетнама местами небольшой дождь, в Ханое 25 градусов тепла, в Дананге 27. На юге без осадков, в Хошимине 36 со знаком плюс. В Таиланде малооблачно, на Пхукете 28 тепла. В Сингапуре и в Куала-Лумпуре небольшие дожди, плюс 29, плюс 31 градус.